Всем привет, дорогие друзья! На связи Андрей, вы на канале Золотой Лис. И сегодня у нас с вами продолжение прохождения игры под названием Atomic Heart. Что ж, в прошлой серии мы снимали вместе с Садой, вот, но немножко изменилось у нее расписание по работе, и теперь нам неудобно вместе снимать, поэтому продолжать я буду дальше один, но она обязательно должна будет посмотреть эти ролики и написать что-нибудь в комментариях. Вот, а мы продолжаем. Итак, в прошлой серии у нас много чего было. Было безумно красивое начало, безумно интересное начало, Советского Союза, модернизированного, скажем так, вот. И после чего нас напали роботы, но я думаю, в принципе, все обо всем в курсе. Мы остановились у этого сохранения, скажем так, да. Я помню то, что на альт у нас обзор территории. А еще как-то можно выбирать оружие. О, на тап можно. У нас есть КС-23, нам его солдата не оставил, которого утянул робот. Он там, кстати говоря. Что ж. И восстали машины из пепла. Блять. Я напугался. Так, предупрежден, значит защищен. Противники могут использовать мощную атаку, которая при попадании собьет по 3 с ног. Когда противник собирается атаковать, ХРАС подсвечивает самый удачный момент для уклонения от удара. При активации красной подсветки во время движения используйте у ворот левый shift для избежания урона. Допустим. О, здорово, дружбанчик. Чё? Ну ты ж такой, ну чё-чё-то. Я хочу увидеть эту анимацию. Ну давай. Ну ладно. Чё-то нет подсветки. Чё-то я не вижу подсветки. А, вот была. Тут что есть такая тема. Ну давай. Потанцуем. Удивляй, давай. На запчасти. Нажмите удерживайте F для сбора ресурсов. Это мы уже поняли. С роботов собирать. Совет. Ты что, не видишь, я занят? Старайтесь не пропускать мощные атаки робота. Да они все мощные. Это точно. Если перед вами есть множество ящиков, зажмите F в направлении них и двигайте от одного к другому, не отпуская F. Это атаки, выполняемые роботом в состоянии энергетического всплеска, особенно мощные. Они способны сбивать вас с ног. Твою мать, ты чё сразу-то не сказал? А кого-то не было понятно. Опа. Майор, будет не лишне собирать прочие ресурсы, встречающиеся на пути. Так, нажмите G, чтобы прослушать непростая бабулька. Напоминаю, ваше снаряжение укомплектовано особым рюкзаком Ярова Абалакова для хранения имеющегося инвентаря. Он уменьшает предмет, помещаемый внутрь своего пространства, и возвращает его исходный размер в момент извлечения. Угу. Чудеса науки. Фантастика, да и только. Ты зачем это включил, а? Товарищ Муравьева, велено так при вашем появлении. Приказ у меня документировать. Ну так и документируй себе, а меня записывать не надо. Пропусти, говорю, я по делу. И не товарищ я тебе Муравьева. О, а наша Бабзина. Не велено вас пропускать, товарищ Бабзина. Но распоряжение сверху, не могу. Чё это? Всю дорогу я тут ходила, а сейчас не велено. Слушай сюда. Либо ты меня сейчас пустил, либо я потом пройду, а штаны просиживать здесь уже другой человек будет. Ну? Проходите. Так-то лучше. Свободен. Баба Зина-то непростая у нас. Кстати, потеряли мы ее точно так же, как и Аду. Ну ладно. Очень много тут ресурсов всяких. Господи, стул-то мне зачем? Так, вот. Вроде пытаюсь ничего не пропускать, вроде все собрал. Все есть, все. Ну, баба Зина какая-то непростая явно. Так. Там вижу враги, и там, и музыка какая-то. Так, администрация. Подкрадитесь к нему сзади. И проведите скрытую атаку. В этот момент я смогу провести полное отключение робота. Да ты чё? Опа! Хе-хе! Е-е-е-е-е-е-е! Спасибо.
Слушайте, ну неплохо. И стелсик есть, это неплохо. Опа, еще одна запись. Это у нас записи, походу, аудио. Так, попил чайку вдруг. Вот. Миша, посиди пока тут. Я сейчас быстро закончу работу и помогу тебе с отчетом. Лаборант 84, принеси товарищу Кольцову чай. Миш, я быстро. Да уж, быстро сходили, и робот уже убил. И чай даже не при... А, нет, принес. Походу. Ну, ресурсики собирать по-любому надо. Я хоть и поставил, как бы, среднюю сложность игры, но... все равно ресурсы пригодятся. Просто поставить то, что на сложной сложности ресурсов будет поменьше. И надо больше патронов экономить. Но я думаю, что и тут лишними они не будут. Капсулы синтетические материалы. Это что, груша? Она работает? Несмотря на режим аварийного питания? Все груши на предприятии 3826 запитаны от линии аварийного питания и никогда не отключаются. Это позволяет сотрудникам всегда быть на связи друг с другом. Хорошо. Чтобы залезть в грушу, мне нужен какой-то пароль или уровень доступа? Я смогу обеспечить вам доступ в любое из имеющихся на предприятии устройств. Тоже относится к устройствам типа щебетарь, которые вы можете найти по мере продвижения к цели. Понятно. Спасибо, хорош нас робот. Так, докладная. Дата 9 июня 1655-го. Так, зам начальника охраны Мухтаров, кому Лифанов. Вчера вечером лаборанты Скопинцев и Лепешкин, наклеили фотографию товарища Сеченова на Вову и пустили его так брыть по коридорам. Вахтерша Нефедовой стало плохо, когда этот Вова к ней в окошко заглянул. Провести разъяснительную беседу. Приколисты. Там еще почта что-то есть. Да? Опа, сотрудники. Сеченов, 52 года. Вавилов, 67, Золотухин, Райера, Гузин, Нюхов Владимир Олегович. О, тут можно вообще на всех досье прочитать. Что нам посеченного скажут? Нейрохирург, робототехник, изобретатель и филантроп. Свою начать карьеру, начать изучение коллективного разума НИИ, мозга МНССР, цель создания совершенного уклада жизни в городах коммунах еще до войны. Так, начал программу по развитию робототехники. Так... Открытие мимикрической адаптации полимеров. Тут еще сверху написано 9267. Это типа... Это что? Это типа рейтинг или что? Можно как-то это... Быстрее листать, а то мне что-то медленно листается. Это просто Вацлав. Господи, сколько много сотрудников. Ой, вот, если не ошибаюсь, можно, да, нет? Очень много сотрудников. Несмотря на веселую сладкую фамилию, Карамеликин, характер бывшего военного далеко не сахар. Ой, а тут досье прям вообще на всех. Ой, ребят, ну это очень много. Я бы, конечно, почитал, но это же вообще кошмар. Мы тут с вами, у нас вот вся серия уйдет. Домов Дмитрий Лорьевич. Почему-то мне кажется, что это кто-то из разработчиков, потому что фотография какая-то не слишком уж ученая. Остальные мне почему-то кажется, возможно, были созданы в нейросети какой-нибудь, чтобы не брать чужие фотографии. Ну, и похоже на какой-то были разработаны в нейросети. Ну, очень много информации. Я бы почитал, но боюсь, у нас на это идет вся серия. Так, ага, спасибо. Так, что-нибудь еще есть? Вроде нету. Так, Осдемос, это что такое? Так, отчетная справка. Полетаев, Б-326, цех проращивания, исполнитель нелюдимый, исполнительный общительный шумный, альгоцех, я думаю, есть нарекания на содержание рабочего места. Тут тоже сотрудники указаны. А, вот у три есть сообщения. Отчетная справка, направив следующих сотрудников в качестве продающих пострадавшей Нееловой в комплекс Вавилов. Все ваши перечислены получают надбавку за вредность. За три рабочих дня оформить командировки после выполнения. Будьте добрее.
Товарищ сотрудники охраны и куратор внутренних работ, напоминаю вам, времена репрессий, товарищ Сталин и поисков врагов народа прошли. Да, люди, отбывающие свой срок на территории Вавилова, совершили различные преступления, но они не придут быть людьми и нашими товарищами. Только от той атмосферы, что мы создаем для них, зависит, мысли они урока своего наказания. Понятно, понятно. Так, я понял, как там сообщение переключать. Давайте быстро. Старший робототехник Александр Ефремов. Ой. И что? Ожидаю диспетчерский, хорошо. Что еще тут было? Так, вот здесь еще не дочитали сообщение. Здесь вот были почта слева, докладная и распоряжение. Вот. Так, а от кого зам... Да, Гендир. Так, так, так. Штокхаузен. О, знакомая фамилия. Провести 10 июня 55 года полную полимеризацию сотрудников предприятия, включая обслуживающий персонал. Убедитесь, что каждый расписался в прохождении процедуры. Ладно, ладно, ладно. Так, там мы вроде все обошли. Вроде ничего нету. Кстати, я так вижу, подсвечиваются еще полезные всякие ящички, где... Ой. Перчатка. Раз, товарищ майор. Угу. Как вообще этому Петрову удалось взломать коллектив? Предатель действовал не один. Он вступил в сговор с несколькими преступниками. Так их несколько? И где остальные? Успешно нейтрализованы. Но добраться до Петрова без вашей помощи не представляется возможным. Поэтому вы здесь. О. Опа, это что такое? Это вручной какой-то взлом? Ну-ка. Не, вообще не понимаю, как это действовать. Ну-ка. Не сверх. Это прям вручную, надо взламывать. Так, вверх, вверх. Так. Допустим, вниз. Правее. Ну, почти. А это как, блин? О! Получилось. Добрый день. Ой-ой-ой. Кто-то идет к нам? Или мне кажется? Здесь просто кажется. Так. Хорошо, собираем тут еще всякие штуки. Все пригодится на патроны, на то, на сё. О. Не, спасибо, нет, не надо. Опа. А тут шкафчик все не обосмотрели. Так, все, спасибо. Ох ты ж, ё-моё! Так, стоять, дружище. Я дых... Ай-я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 й. Давай так... Горстка предателей смогла взломать коллектив, который создан лучшими умами СССР. Фактически коллектив не взломан. Превзойти алгоритм защиты, созданный в Академии последствий под руководством профессора Лебедева, не под силу никому. Тогда почему вокруг творится весь этот кошмар? Предателям удалось внедрить в алгоритм коллектива ложный режим агрессии. Из-за этого центральный узел воспринимает всех людей как солдат армии вторжения. Разве наши ученые не могут исправить все это без Петрова? Могут, но это займет определенное время, за которое погибнет много людей, и информация об этом выйдет за пределы предприятия. Понятно. Шахматный клуб. Добро пожаловать в последнее, что начиная с 1 июня, комната отдыха, персонал, посетительство будут служить шахматным клубом. Так, уж что наши самые сильные игроки оказались среди персонала охраны, с учетом того, что дилетанты команды ВДНХ вылетели с отработки в отборочном нашей стратегии, имеют право тратить любую сумму. Призовой фонд лично от меня ставит 18 коробок конфет! Не спрашивайте, как у меня оказались. Блин, я бы поиграл в шахматы. Произвести 10 июня 55 года полную полимеризацию сотрудников. Это все мы получали. Спасибо. Блин, круто. Шахматы, это очень круто. Спирт денатурированный, не пить, как скажете. Пельмени, лапша. Для сотрудников с низким социальным рейтингом. Спасибо. Штатному персоналу не покидать свои... Долбанем, культурная революция. Так нечего с пьянкой шутить, ее надо колотить культурно-бурно, пламенно-гневно, долбить ежедневно на каждом шагу, не давать передышки врагу. На выборы за коллективизацию, за урожай. Так, а шахматы? Ух, ё, это откуда? Я не просил, спасибо. Это на двоих у меня? О, удобно. У меня 6, кстати, патронов есть.
Так, а шахматы где? Так, дрожжи, экстра. Что-то еще интересно. Тапки. Вообще красиво, мне нравится то, что так все детализированненько, так все сделано. Хлебушек. Ай-яй-яй, это столичная. Столичная. Хорошее воспоминание у меня о столичной водке. Так, программа достойна и бандита становится этот закон. Без маски нахально открыто идет на разбой Вашингтон. Я мысль. Гармонь крестьянская играем и празднуем рабочий май. Что звуки? Прям мне сильно нравится. Ладно, пройдемся. Я вижу, тут еще какие-то у нас остались не совсем осмотренные до конца, видимо, вещи. Что ты мне тут подсвечиваешь? Я же все собрал. А, вот. Бежу. Все, забрал. О, тут тоже еще есть, это, кажется, не сорел. Только сейчас заметил, что у меня на камере как-то странно лоб отображается, как будто бы у меня какая-то шишка на лоб. Ну ладно. Так, записка. Характер нервно-импульсивный. Очевидно, работа в театре имени Плесецкой сказалась на психическом состоянии заключенного. В последнее время месяц бредит театральными образами, во сне говорит стихами. Авторство не установлено. Патологически физически здоров, картина здоровая, но наблюдается нервный тик. Склонен к побегу. Петров едет крышей какое-то время на фоне всех событий, что с ним приключились. С точки зрения психологии, нет никаких объективных причин, которые могли бы вызвать его одержимость театральным образом психопатию. Хорошо. Баба Зина. Информация. Даже ваше сведение, что бабу Зину или Зинаиду Муравьеву пускай на территорию склада саженцев без вышестоящего распоряжения строго запрещено. Товарищ Муравьев под предлогом инспекции забирает семена и... Муравьев под предлогом инспекции забирает семена и саженцы экспериментальных цветов к себе на участок, где затем выращивает их в частном порядке. Так как растение находится на опытном этапе и не все свойства изучены до конца, это может быть опасно. На грубость бабы Зины отвечать. Веди себя как корректно. Указ. Действие ощечного об инциденте в цехе проращивания. Выставить оцепление вокруг больницы, где находится пострадавшая. В палату не пускать никого, кроме медицинского персонала, этого ощечного. Так. Что могу уже сказать? Какие у меня версии относительно сюжета? По бабе Зине. Она забирала какую-то травку. И... Ой, да, ё-моё. У меня из-за того, что я задерживал Alt и Shift, мне переключается язык. Короче. Что могу сказать по бабе Зине? Забирал у нас и какие-то растеницы. Что? Кто? Осужденный за клевету в сторону партии внутри Баграма объявляется вернувшим... Какая-то музыка странная. И освобождается от принудительных работ в комплексе. Что такое? Что какая-то хрень появляется у меня? Ладно. Короче, насколько могу сказать, насколько понимаю, баба Зина брала какую-то разную себе, разные растеницы, выращивала разные растеницы у себя. Какие-то из них были странного рода, как мы можем судить из трейлеров, но... Ну давай опробуем дробовичок. Патрон нашел. Давай! Да я нажал Shift! Хорош! Да я жму Shift! Что ты делаешь? Какая-то а у него передышка, короче. Пообщаемся. По-другому с вами. Ай-яй-яй, хороший мой. Блять, все патроны потратил. А что? Ну что ты обращаешь наше внимание? Ой-ой-ой. Короче, она выращивает какую-то странную траву у себя, баба Зина, я так не договорить не могу. И что-то, возможно, пошло не так. Следовская Вавилова, залог всяких урожаев. Вот да, какие-то урожаи, что-то пошло не так. Сумасшедший какой-то есть у нас. Вообще, очень похоже, знаете, по сюжету. Ну не по сюжету, я пока не знаю, какой сюжет, но у меня есть версии.
хватит играть. Пугаешь. Короче, может кто-то знает игру The Evil Within, если не ошибаюсь, так она называется. И похоже по сюжету тем, что... сейчас, я, на войне атеистов нет, давайте послушаем. Как советский ученый, я всегда считал себя атеистом, но сейчас могу сказать лишь одно. Это поможет нам всем Бог. Мы заблокировали фуникулерные тоннели магнитной дверью. Не знаю, как долго мы сможем сдерживать этих роботов внутри комплекса. Ваня, мне показалось, или тот куст переместился? Ваня! Я в порядке, я в порядке. Ну, не Ваня, спасибо. Да вы достали. Да всех щелей лезут. Это еще не сложный уровень сложности. Спасибо, 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 спасибо. Правда, не знаю, что это было. Неплохо. Так вот, есть игра, называется The Evil Within. Может, кто-то знает. Так вот, по игре это была, короче, другая немножко реальность. Что-то, ну, я прям сильно вглубляться не буду. В сюжет речь о том, что был какой-то сумасшедший, который захватил власть, получается. Вот у меня точно есть такая теория, что мысль, да, это такая программа, которая позволяет управлять роботами с помощью силы мысли. Возможно, кто-то сумасшедший какой-то завладел этой мыслью и управляет ими. Ну, есть такая версия. Мой милый Ви. Твою мать, какого хрена здесь все везде заперто? Как только роботы стали нападать на людей, был активирован экстренный протокол. Территория предприятия 3826 блокирована, включая внутренние сектора. Ну и как мне открыть эту дверь? Данную дверь удерживает электромагнитный замок. Значит, его можно вырубить электромагнитным импульсом. Внимание. Где его взять? Ваша перчатка может быть снабжена модулем шока, ударным эми-генератором. Капсула, содержащая необходимую для установки шока нейрополимер, должна быть где-то на территории предприятия. Ладно, разберусь. Отправлять сообщение таким образом тоже стало опасно. Это последнее. Готовься. Я организую документы и приду за тобой. Мы выберемся из этого кошмара. Целую. Вечно твоя, Эль. Эль. Что-то так вот, так. Есть подозрение, что какой-то сумасшедший захватил управление над роботами. Привет. Вот, какой-то сумасшедший, возможно, захватил управление над роботами, типа, через вот эту вот программу мысль, это мои версии. Ну так, а так нас сожрал червь, ну не сожрал, но нас бросил плиту, ну ладно. Солдат, очнись. Супер, еще чуть-чуть. Ты как? В норме. Сколько пальцев видишь? 10. 4. Отлично, вставай. Мне нужна твоя помощь. Это еще кто двое такие? Мы принесли тебя сюда, зажми рану. Зажми. Это на твоей совести. А ты еще кто? Врач. А имя у тебя есть? Сейчас мне не до любезности. Зажим. Зажим, 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 принеси там! Сейчас! А это здесь откуда? Быстрее, ну что копаешься? Нейрополимерная капсула. Она не нужна. Как тебя зовут, док? Я Лариса, много вопросов. Так, ладно, держи тут все сама, куда, разберешься. Куда? Она бесполезна, нет оборудования. Уже есть. Отлично. О, хоть что-то что вовремя. Сделал? Много вопросов задаешь. Салам алейкум! Вау! Куда ты бежишь под лазер? Ё-моё, ё-моё. Привет! Ну давай! Надо избегать луча. Да, я разберусь. Давай мне управление. Хе-хе-хе. Давай сюда, чумачупс! Получай! Ой, Вовчик. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой-ой-ой, как твой страшный, бу-бу-бу. Давай сюда! Вот ты мой масенький, давай, давай, давай. Хе-хе. Давай, давай, давай. Перезаряди, пожалуйста, спасибо. Ой-ой-ой, ну страшный, страшный. Бегалась, железка долбанная. Не то слово. Раз. Куда ведет шахта, в которую ползла Лариса? Сложно прогнозировать.
Вентиляционная система имеет очень разветвленную структуру. Ладно, с этим разберемся позже. Плохо, плохо, плохо. Это что за монстр на двери? Замок? Да неужели? Открывай уже. Давай быстрее, время уходит. Не могу помочь в этом вопросе. У меня нет функционала для взлома замков. Вам придется самостоятельно отыскивать способы взлома. Не сомневаюсь, что вы окажетесь достаточно сообразительны. Спасибо. Понятно. Ты, как обычно, бесполезен. Попробуйте щелкнуть пальцами в тот момент, когда индикатор блокировочного штыря активен. А, извините, затупил. Еще раз можно? Спасибо. Ну, я понял. Ой, быстро сбегу, да? Просто на реакцию игра. У-у-у! Справились. Получилось. Ну, конечно. Добрый день. Не ложись на краю. Придет серенький волк. Детская колыбельная. Не к добру. Раз. За бачок. Что там за нею впереди? Судя по голосу Элеонора, очень опасный противник. И потащит в лесок. Потащит в лесок. По треке. Открой чертё, это ж маленькая капсула с непремом. Привет. Твою мать! Это чё ещё за херня? Ах, какой мужчина! Обожаю мужчина! Милый, позволь отрезать тебя к краю. Давай. Дорогой, не надо сопротивляться. Тебе понравится. Не позволяйте. Надеюсь. Связать вам руки. Да я пытаюсь. Не видишь? Трусы стальные. Поднесите меня к ее сенсор-манипулятору. Скорее. А, как волнительно. Непокорная вас, мой мужчина. Меня заводит. Сейчас я тебя заведу. Добраться до тебя. Давай. Обожаю мачо. Я вся горю. Давай. Я не дотягиваюсь. Сейчас. Что? Стараюсь сильная тварь. Я к твоим услугам, милый. Мечтаю порадовать тебя. Что я могу тебе сделать? Вскоре вам будут доступны и другие умения. А сейчас выберите шок. Шок. Так. Нейроперчатка генерирует электромагнитный разряд, порождающий сопротивник, наносящий урон электричеством. Особенно эффективен против роботизированных целей. Я понял, спасибо. Так, следующий экран на тап. Так уж и быть. Теперь дайте, я покажу, чем на самом деле профессионально занимаюсь на данном предприятии. Спасибо. Я уж видел, ебаный пирог. Буквально. Я открою вам окно модернизации. Так. Горячих и толстых пушек. О. И моему опыту, милый, улучшить можно что угодно. Да ты что? Оружие это полезно. Зайдите в надлежащее окно мое. Выбрось его, милый. Больше он тебе не нужен. Теперь у тебя есть я. Я сделаю тебе все, что захочешь. У тебя есть меч? Большой меч. Вставь его в мое приемное гнездо. И я сделаю его острее и прочнее. О. Элеонора действительно способна улучшать снаряжение и оружие, в том числе создавать новое по имеющимся чертежам. Для этого в ремшкаф необходимо поместить различные ресурсы, которые наверняка встретятся нам в ходе ваших увлекательных обысков всего подряд. Спасибо. Ты можешь поместить в меня все, что только захочешь. О. Вставь свой топор, я сделаю тебе хорошо. Охренеть. Глубже. Еще. О, да, милый, да. Но я способна на гораздо больше. Легкая непристойность топором лишь аванс, мой сладкий. Спасибо. Тебе понравилось, милый? Да. В восторге.
Не понял. Этим грозным оружием ты расколешь черепа своих врагов и принесешь мне подарки. И тогда однажды мы с тобой устроим настоящую связь. Красота. Ха. С чего бы я тебе подарки-то нес? Потому что девочки любят подарки. Потому что ремшкафу нужны ресурсы, чтобы перерабатывать их в предметы. По счастью, ремшкаф непривередлив. Правда, некоторые улучшения могут потребовать уникальных вещей. Но на предприятии, само собой, чего только нет. Само собой, товарищ майор. Значит, поищем. Я буду ждать прикосновения твоих сильных рук к моему разгоряченному интерфейсу. Так, все, уходим отсюда. А вы все близняшки, близняшки. Вот, вот, вот она, женщина мечты. Так, давайте посмотрим модернизацию арсенала. Так, электро требуется рецепт, паштет, лиса. Опа, а вот это сделать обязательно надо. Звездочка, снежок, ПМК, ваш доминатор. Понятно, 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 понятно. Так, расходники. Это, я так понимаю, ХП. Лечить боеприпасы, кассетники, улучшения. Так, как еще можно швед мне улучшить? Так. Так, хорошо, допустим, круговая атака у меня есть. Лезвие. Сверхпрочный ударный блок. Не знаю. Круговая атака прикольная штука. Ну, пока давайте, ничего тратить особо не буду. Сохранимся. Сохранение данных. Все, 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 все. Пока, пока хватит. Ой, пока хорош, пока спасибо. Дайте попить мне! Ладно. Опять капсула. Так. Коля! А что это за вовчики в черном корпусе? Обычные вов А6 меня слушаются и вежливые, а эти в черном как боярь какие-то. Ходят где хотят, на приказы не реагируют. А вчера он меня толкнул и даже не извинился. Даже жутко. Это они только на высокий социальный рейтинг реагируют, что ли? Ответь как сможешь, а то я нервничаю. Да уж. Так, отлично. Лифты не работают. Какие варианты? Лифты без точки. Их можно запустить, если подать питание. Пойдем искать рубильник. Еще бы понять, где тут электрощитовая. Ее по проводке искать надо. Но все провода убраны внутрь стен. Утечку электричества можно обнаружить при помощи сканера. Спасибо, я вроде все обнаруживаю. Все обнаружил, куда идти не понял. Так, ну тут что-то у нас... Ничего особо нет. Ну вот туда нам надо идти, чтобы не стены кружить, правильно? Правильно. Вниз-то я не пойду, там огонь. Небольшой осмотр территории. Спасибо. Мне сильно не нравится картина такая. На замке. Как, блин, приятно. Тут щелчок пальцами не поможет, нужен ключ. Раз. Дай догадаюсь. Ты, конечно же, открыть этот замок не можешь. К сожалению, нет. Но я могу поставить вам отметку, где искать ключ. Он должен быть где-то неподалеку, в рабочих помещениях. От тебя начинает появляться польза. Это радует. Хорошо. Опа, а вот куда у нас электричество ходит, в ту комнату. Так, для начала нам нужно найти ключ. Окей. Тут где-то можно пройти, нет? Так, окей. Тут у нас Элеонора отдых. Спасибо. Так, ладно. А, вон там ключ. Все, вижу, 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 вижу. Понял, понял, понял. Понял, понял, понял. И... Самая лучшая смерть, я считаю. Это моя первая смерть, серьезно? Нет, робота нет, чего просто падение? Думал, ты перепрыгнешь. Блин. Господи, это моя первая смерть. Серьезно?
просто упал. Упал в огонь, бля. Это ужас. Так, здрасте, здрасте. Все, сори, сори. А, все, вообще сохранение с моего прошлого, да? О, господи. Так, ну эти вовчики я прослушал уже, да-да-да. Что это за вовчики в черном корпусе? Обычные вов-6 меня слушаются и вежливые, а эти в черном спасибо. Как бояре какие-то. Ходят где хотят. Так, отлично, лифты не работают. Какие варианты? Лифты обесточены. Их можно запустить, если подать питание. Пойдем искать рубильник. Подсобка на замке. Как, блин, приятно. Тут сейчас быстро все эти касцены пробежим. Раз. Дай догадаюсь. Ты, конечно же, открыть этот замок не можешь. К сожалению, нет. Но я могу поставить вам отметку, где искать ключ. Он должен быть где-то неподалеку, в рабочих помещениях. От тебя начинает появляться польза. Это радует. На приказы не реагирует. А вчера он меня толкнул и даже не извинился. Даже жутко. Это они только на высокий социальный рейтинг реагируют, что ли? Осторожно! Перейди камеру видеонаблюдения, Ромашка. Если она нас засечет, сюда сбегутся роботы. Без паники. Любую камеру можно сначала отвлечь броском чего-нибудь, а после вывести из строя... По всем предприятиям установлены охранные камеры. Завидев игрока, не поднимает уровень тревоги первого уровня, который создает сюжет игрок вашей позиции. Если игрок бьет роботов прямо перед камерой, тревога повышается до второго уровня и призываются усиленные подкрепления. Понятно. Камеру нужно отвлечь, либо кинув предмет в любую точку, либо, использовав на камеру, наносить шок, что выйдет в ее сторону какое-то время. Понятно. А уничтожить ее нельзя? Нет. Ну ладно. Ух уж этот стелс. Быстро соберем, что есть. Туалеты. Понятно. Так, на В я могу использовать этот энергетический шок. Зажмите отпустите F, чтобы поднять объект. Зажмите отпустите F, чтобы метнуть. Допустим... Ну и как? Пиу! Блять, не получается. Может, встать надо? Как тебе ведерко понравилось? Отдыхаем. Че, прям стелс пошел, что ли? Здрасте. Ладно. Вроде все собрал. Ключ найден. Теперь мы сможем попасть в электрощитовую. Ага. Только сначала я тут хорошенько осмотрюсь. Нужны запчасти для модернизации оружия. С таким дерьмом я много не навоюю. Не буду вам мешать. Это правильное решение. Ты меня заметил? Уязвимость... Да сука, блядь. Отдыхай! Падаль! Блядь, мне приближается энергетическая хуйняшка. Ну-ка, испытаем на тему новенькую способность. Киса, 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 киса! У-ху-ху! Вовчик тоже у меня. Был Вовчик, стал запасной наборчик. Здесь камер больше нет, нигде. Не знаю, на поводу камер, эй, но... Эй, хрень! Крас! Угу. Чем грозит нам утечка информации? Потеря репутации во всем мире. Советские роботы повсеместно считаются абсолютно безопасными и эталонно надежными.
Разве это не так? Абсолютно так. Именно поэтому предатель Петров ударил Родину в самое больное место. Фактически воткнул нож в спину. Он хочет, чтобы весь мир отказался от наших роботов. Вот же сучу. А разве это не так? Ну, то есть то, что они убивают всех, тебя вообще не смущает? То, что все абсолютно роботы почти оснащены теми или иными способностями причинять вред, тебя никак не смущает? Блядь. Нет? Ну, собирай. Что ты оставишь-то? Собери всю эту мелочь. Давай. Да что ты оставляешь там? Забирай все. Это уже никому не пригодится. А нам вполне даже. Так, вон там у нас аудиозапись. Давайте послушаем. Понедельник начинается в субботу, расскажите. Вам виднее. Товарищи, как говорится, понедельник начинается в субботу. Однако я прошу вас в эти выходные специально взять отгул. Как вы знаете, 13 числа пройдет всесоюзная полимеризация населения нашей страны. И сверху поступил приказ в выходные самоорганизоваться на субботник, посвященный этому событию. Кто будет работать 11 и 12, получит взыскание, а не премию. Угу. Удачных вам выходных. Спасибо. Курению объявлен перекур. Даже сведения, что все программы по выращиванию новых безвредных сортов табака ствования считаются приостановлены. Официально этот курс стороны на борьбу с табакокурением. Неофициально после смерти Сталина на высшем уровне лишено максимально отгородиться от образа курящего человека на любом уровне. Поймаешь разочарование, при том, что алкоголь, который куда вреднее и опаснее, производить продолжит. Но ничего поделать не могу. Несчастный случай. В цехе при проращивании пришел несчастный случай. Растение захватило аспирантку, проходящую здесь практику. Девушку удалось спасти, но ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Все тело покрыто ожогами, она находится в стадии анафилактического шока. Сознание приходило. Со всех зрителей взята подписка о неразглашении. На спортировке пострадавшей необходимо выделить 4 человек. Сотрудников цеха мячков подработать с ядовитыми растениями. Кстати, костюмы и химзащиты. О, господи. У нас еще и растения. Сумасшедшие. Не только робота. Ладно. Там вот ящичек, я хочу его забрать. И! Ну не могу. Ладно. Привет, камера. Отдыхай. Что тебя расхуярить, блядь? Нельзя, походу. Ну собирай. Раз. Хрень, давай. Блядь, там она проснулась. Отдыхай! Спасибо. Так, пока. Все, всем пока. Там тоже камерка стоит. Отдыхай. Помидоры. Ладно. Задерживаться не будем. И то еще... Ну, вроде все есть. Все, посмотрели. Нашли ключи. Забрали все материалы. Идем открывать. Ну да, вроде все есть. Там ящик какой-то, но он еще выше установленный. Ладно. Так, вставляем печеньку. О, даже замки любят печеньки. Раз. Слушаю вас. А ты любишь печеньки? Что, ха-ха-хэм? Отвечай, я тебе задаю вопрос. Он встанет. Вот он его убил, он встанет. Ну, блядь, это же очевидно. Ладно, он встанет, я все равно знаю, что... Я знаю, что он встанет. Это лазерное реле системы пассивной безопасности. Знакомая штука. Тут требуется цветовой код. Кодов у нас, к сожалению, нет. Поэтому попробуйте подобрать его логически. Что, правда? А я-то собирался стоять тут до тех пор, пока оно само не включит. Да. Так, ладно. Относительно вашего вопроса функции лучевого дешифратора, это гармонистых систем, механизм спасительной безопасности. Да, как вы верно подметили, любой ребенок сможет им управлять. Но пока ваш ребенок подбирает комбинации, на пульт охраны поступает сигнал, и проверяющий может остановить несанкционированное действие, а в критической ситуации может прерывать даже сотрудник без квалификации. Плюс роботы за программных ограничений не способны управлять лучевым дешифратором, уменьшает вероятность ошибки. Так...
Чернолегов понравился с выступлением должность программиста проектировщика комплексов Вивов. Лично я и весь руководящий состав находится в полном восторге от вашего пацанового списка рекомендаций. Заранее извиняюсь, несколько минут общую установку ваше помещение. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Спасибо. Давайте, может, код где-нибудь найдем. Ну, типа, окей, как он работает? Ага. Реле пассивной безопасности. Обратите работу реле пассивной безопасности, верно упорядочив магнитные потоки. Я упорядочу, и вот он встанет. Он же вон подключен. Провода идут. Ладно, поехали. Ничего не понятно, допустим. Ничего не поменялось, допустим. Что сделать вообще надо? Ребят, ничего не меняется. Попробуйте сопоставить цвета лазерных лучей с цветами индикаторных ламп. Это должно помочь. А, ну все, я понял. Понял, не тупой. Порядок. Питание восстановлено, можно возвращаться. Я за тобой слежу. Все, я побежал отсюда. Ну, и в какой из них заходить? Предлагаю в правый. То есть ты не в курсе? Тогда я пойду в левый. Я послушаю робота, пойду в правый. Алло? Вперед! А где правый, где левый, с какой стороны смотреть? Для облегчения навигации я пометил вам, куда нужно идти. Спасибо. Я вообще-то не тупой, сам разберусь, как именно мне выполнять задание. Я лишь хотел упростить вам задачу. Рывок во время прыжка. Нажмите левый шифр время прыжка, чтобы совершить дополнительный рывок в воздухе. Ты мне ее серьезно упростишь, если перестанешь лезть под руку. А, да, то есть вот куда я упал, вы хотите, чтобы я прыгал? Нет, спасибо. Смерть не в теле, найди смерть. Не хочу. А можно вниз? Спасибо. Прыгать не хочу. Не хочу пока прыгать. Пока не сделаю одно дело. Пока не сохранюсь и не закончу эту серию. Потому что. О, господи. Потому что я упал, умер в прошлый раз. Мой первая смерть. И все по новой пришлось делать. Что ж, и так уже наиграли неплохо. Очень интересно, мне очень нравится, очень красиво, очень загадки. Ну, пока легкие, но потом будет посложнее, понимаю. Бои мне нравятся. В общем... Огромный респект и уважение разработчикам Atomic Heart. Мне все безумно нравится. Я хочу продолжать играть и играть без остановки. Вот. Что ж, а вам огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья. Что ж, ждите. До скорой встречи в новой серии. Я хочу поскорее снять. Мне очень интересно. Что ж, всем пока. Скоро увидимся. Люблю вас. Пока-пока.